Губернатор Югры определилась со своим представителем в Совете Федерации. Наталья Комарова подписала постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Эдуарда Исакова. Эдуард Владимирович Исаков – депутат окружной думы, президент Олимпийского совета Югры, директор Центра адаптивного спорта. Эдуард Исаков поблагодарил Наталью Комарову за оказанное доверие, назвал комитеты, в которых хотел бы работать. Комитет по вопросам социальной политики, комитет по делам Севера и малочисленных народов. Тот бесценный опыт, который я получил за 4 года работы в Думе Югры, уверен, что пригодится на новом месте работы. И для жителей Югры, и для меня лично это назначение откроет новые возможности продвижения Югры на федеральном уровне.